Ну, я думаю, учитывая, что Россия первый раз участвует в этом соревновании, то ну, как бы мы не можем объективно оценивать наши шансы с теми людьми, которые уже участвовали. Но если принять во внимание, что второе место заняла команда из Милана на Global IRC, то, ну, наверное, они являются нашими основными конкурентами, потому что у них уже есть какой-то опыт в этом мероприятии. А как вы готовились к вот, региональному этапу? Ну, который в Москве проходит. Было очень много-много всякой работы. Вот. Ну, соответственно, как готовились? Мы читали то, что есть в прессе, анализировали сами, строили модели, собирали информацию, детально анализировали отчеты компаний. Вы работали всей командой или у вас были какие-то лидеры? У нас есть в этом плане преимущество, у нас два человека в команде, они уже сдали CFA первого уровня, поэтому они были полностью в теме и, соответственно, они в основном держали процесс на пульсе. Угу. Вот. Спасибо большое.